Дорогие друзья, всем огромный привет из Израиля. Всем привет из Израиля. У нас уже отпраздновали 5782 год. Это один из самых ожидаемых еврейских праздников. Называется он Рош ха-Шана, что значит глава года. Его празднуют два дня подряд. И еврейский Новый год начинается обязательно в новолуние. Это говорит о том, что дата праздника подвижна. И этот день соответствует шестому дню творения. Сотворение мира было совершено, и начался первый день его существования. Еще в этот день был сотворен первый человек – Адам. И хотя отмечают праздник достаточно весело, но в духовном смысле это очень серьезный день. Потому что именно в этот день Адам, нарушив данный Богом запрет, был изгнан из рая. Он не умер. Ибо в день, когда вкусишь от этого древа, смерти и умрешь. Нет, он не умер. Ведь в божественном решении есть и наказание, и милосердие. Так что именно в этот день состоялся первый божественный суд над человеком. Поэтому Рош ха-Шана – это еще и день божественного суда. В этот день мир рожден, и в этот же день Бог судит этот мир. И с духовной точки зрения это очень ответственный праздник. Каким ты предстанешь перед Богом? А еще это будет субботний год, когда в Израиле дают отдыхать земле от сельскохозяйственных работ и прощают долги. Действительно? И сейчас прощают долги? Что-то я сомневаюсь. А еще это и високосный год еврейского календаря. И в отличие от григорианского и юлианского календарей, в еврейском добавляется не один день, а целый дополнительный месяц. Из текста Писания следует, что месяцы и праздники связаны с двумя циклами – лунным и солнечным. А ведь эти циклы различные. Лунный год отстает от солнечного примерно на 11 дней. Вот для того, чтобы приравнять лунный год к солнечному, и необходимо раз в несколько лет добавлять году дополнительный 13-й месяц. Мариса, а почему мы идем именно сюда? Да потому что здесь стоит вот эта скульптура. О! А гранат – символ Нового года. Рош ха-Шана. Гранат в Израиле – очень популярный вид искусства. Каких только гранатов у нас не встретишь. Нам как-то попался вот этот замечательный гранат. Поначалу издалека, со стороны дороги, мне даже показалось, что сюда переместился гранат работы очень известного в Израиле скульптора Руслана Сергеева. Мы показывали его работу в фильме «Город и львы». Там был крылатый зеркальный лев. Рекомендуем, кстати, этот фильм к просмотру. Но это другой гранат. К сожалению, без опознавательной таблички мы не знаем, чья это работа и какой в ней заложен смысл. Но, конечно же, мы узнаем. Если есть вопрос, найдется и ответ. Но зато мы знаем, какой символический смысл придают плоду граната, который созревает в Израиле, как раз празднику Рош ха-Шана. Есть традиция, что число зерен в гранате ровно столько, сколько есть заповедей у евреев. 613 заповедей, 613 зерен. Пока еще мы зерна не считали. Ну, может, займемся на досуге? Впереди. Да, можно заняться, так перебрать, сколько же зерен. Есть такое желание, Лариса? Посмотрим. Но дело не в точном количестве зерен. Зернышки еще символизируют хорошие поступки. И пусть в новом году их будет так много, как зерен в гранате. А еще гранат – это одно из семи священных растений, которым Господь благословил эту землю. И гранат обязательно присутствует на праздничном столе в Рош ха-Шана. Традиционными блюдами на Рош ха-Шана считается все, что напоминает о совершенстве и красоте мира, сотворенного Создателем, символизируя полноту и сладость наступающего года. В этом году израильские семьи вновь оказались все вместе за праздничным столом. Эти столы собирают всех членов семьи, начиная от прабабушек и прадедушек и заканчивая младенцами. Представляете, если у вас четверо детей, и они приходят со своими женами и мужьями, своими детьми и внуками, сколько же гостей может собраться за такой вот праздничной трапезой? Главы семейств, принимающие гостей, задолго готовятся.
заготавливают продукты, праздничное яство. Столы ломятся от овощей, фруктов, различных мясных и рыбных деликатесов, а также от сладостей. От сладостей, конечно. Объятия, поцелуи, добрые пожелания, смех, песни и, конечно же, поздравления. И все желают друг друга хорошего и сладкого Нового года. А сейчас мы печем пах! На столе много блюд, которые несут глубокий символичный смысл. Обязательно на столе яблоки, кусочки которых с благословением обмакивают в мед. Яблоки и мед – символ хорошего, сладкого, обильного на радости Нового года. Круглый хлеб хала, именно круглый, потому что он символизирует полноту и законченность года, а также его цикличность. А еще нарезанная кружочками морковь, как символ денег и достатка. Фасоль – символ щедрости. Конечно же, плоды граната, чтобы добрые дела стали многочисленными, как зерна этого замечательного плода. А еще и рыба, голова которой символизирует пожелание быть во главе, а не хвосте. Конечно же, финики, чтобы год был мирным и спокойным. А вот горькое, кислое, острое в этот праздник есть не принято. Ну понятно почему, ведь трапеза очень символична. Зачем нам кислое, горькое и сладкое в Новом году? Кстати, орехи, всеми любимые, не присутствуют. А почему? Это же так вкусно. А потому что числовой смысл, гематрия этого слова – грех. А грешить мы не хотим. Ведь главная идея наступающего года – больше праведной жизни, больше духовного роста, приближение к Богу. Вот главный источник радости для человека. И такой радости всем нам как можно больше. А к духовной радости, конечно же, приложится и все остальное. Совершенно верно. Рош-ха-Шана – это не единственный праздник. Осень щедра на еврейские праздники. Скоро наступит Йом-Кипур – день всепрощения и искупления. Это величайший из праздников – день раскаяния и очищения. После Рош-ха-Шана приходят дни раскаяния, подготовка к Йом-Кипур. А после дня всепрощения наступает Суккот. Ну а завершает цикл осенних праздников – Симхат Тора – праздник, посвященный Торе. Тора – это пятикнижие Моисея. И все праздники осени воспринимаются единым, большим событием. Мы рекомендуем посмотреть наш прошлогодний сюжет о еврейских праздниках. Там мы рассказываем все более подробнее. Вот ссылочка, смотрите вверху. Сегодня мы хотим вам показать один небольшой, но интересный сюжет, материал которого мы снимали еще летом. Приглашаем всех к просмотру. Привет всем! За мной выстроилась очередь. Вот посмотрите, сколько людей. Итак, куда же стояла эта очередь? Очередь стояла в музее Израиля. Что у нас, израильтяне так любят музеи? Конечно, любят. Но все-таки сегодня здесь особое мероприятие. И это... Фестиваль вина. Музей Израиля. Нас ожидает последний день ежегодного фестиваля вина в Иерусалиме. Мероприятие длится 3 дня с 7 до 11 вечера, в конце июля. Согласно традиции, фестиваль вина проводят прямо на свежем воздухе на территории Музея Израиля в Саду Искусств. Место выбрано очень правильно. Атмосфера мероприятия просто замечательная. Теплый иерусалимский вечер, уютно, доброжелательно и радостно. Ни одного кислого лица.
Я уже налил себе попробовать вино замечательной винодельни Тепперберг. Здесь даже играет живая музыка. Сейчас мы подойдем туда и обязательно послушаем. Ну что ж, лихаем. Шато Галан – это одна из виноделен очень хороших на юге голландских высот. Мечтаю тоже добраться когда-нибудь туда. За 100 шекелей – цена входного билета. Вы получаете пустой бокал для проб вина и вперед. Наполняйте его и получайте удовольствие. Пробуйте, что хотите и сколько хотите. Шато Галан. Посетители ждут охлажденные десятки, а может и сотни видов вин. В Израиле 320 виноделен, больших и малых. Бывали годы, когда здесь представляли свои вина до 70 виноделен. Сегодня не так уж и много. Вина наших гигантов Кармеля и Баркана не представлены вообще. Зато есть с нами любимая винодельня. Голландские высоты. Есть даже бренд с именем нашей внучки – Мия. География израильских вин и вот аромат неги, пустыни неги. Еще ни разу не пробовали, сейчас попробуем. Что же пустыни в районе Бершевы? Почему бы не сделать селфи у зеркальной работы скульптора с мировой славой Аниш Капура? «Мир вверх ногами» или «Перевернутый мир» – такое ее название. На зеркальной поверхности отражается и небо, и земля, а форма песочных часов возвращает отражение в перевернутом виде. Основание отражает небо, а верхняя часть колонны – прогуливающихся по пешеходной зоне людей. Противостояние и единство земли и неба очень символично для духа Иерусалима и отражает его противоречивую, приземленную и священную сущность. Этот сюжет, как вы уже поняли, как раз о приземленном. Ну и к винам, конечно же, необходима закуска. Закуска в стоимость билета не входит. Наш выбор – тарелка с сырами. А между тем время шло, бутылки открывали. Вино все наливали и наливали. Заметьте, и выливали тоже. А здесь наливали всем только по маленькому глотку. Похоже, он этим расстроен. Видите, какие цены на вино этого бренда? Мне достались последние капли. Радовались жизни и танцевали. А как же не потанцевать под веселые ритмы? Вот
Обратили внимание, несмотря на обилие алкоголя и немалое количество людей, здесь нет ни одного полицейского. Все-таки культура употребления вина говорит сама за себя. А вот группа медиков для оказания экстренной помощи была. Кому-кому, а вот этим ребятам медики точно не понадобятся. Я просто в восторге от этой пары. Вот он, Ам Исраэль, народ Израиля. Умеет молиться, умеет работать. Умеет пить и веселиться. Уже прошло почти 4 часа с открытия третьего дня фестиваля. А атмосфера оставалась непередаваемо доброжелательной. И, конечно же, мы пошли, чтобы купить пару бутылок вина домой. В результате купили 4, но запечатлели на видео только 2. Наш выбор – винодельня Шор и Иерусалим. Дорогие друзья, всех евреев мы поздравляем с праздником Рош ха-Шана. Пусть наступающий год будет обилен на радости, большие и маленькие. Духовные и мирские. Всем хороших выходных дней, здоровья, счастья и благополучия. Спасибо за то, что вы с нами. Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны. И обязательно нажимайте на колокольчик. Тогда наш канал не потеряется среди сотен тысяч других, а может даже миллионов. И вам будет присылать уведомления о наших новых сюжетах. Оформляйте, кто может, спонсорскую подписку. Ее минимальная цена $1.5. Отдельное спасибо всем, кто уже стал нашим спонсором. Да! Подписывайтесь на наш музыкальный канал West and East, Запад и Восток. И наша музыка с видео рядом из Израиля будет с вами. А вы оставайтесь с нами. Всем всего самого наилучшего. До свидания. И до новых встреч. Пока, друзья!